Есть всем известная формула «пришел, увидел, победил». В нашей рубрике она звучит так – «включил, услышал, применил». Всем привет, с вами Анна Шамбадал, ведущая рубрики «Простые правила». Поехали! С тех пор, как существует рубрика «Простые правила», многие меня спрашивают: «Аня, а ты сама не ошибаешься в употреблении слов?» Конечно, ошибаюсь, но стремлюсь к тому, чтобы эти ошибки в своей речи исправить, а полученными знаниями поделиться с вами. Сегодня предлагаю поговорить о профессии танцовщицы. Только вот кто исполняет номер на сцене – танцовщица или танцовщица? Сейчас узнаем. Попробуем рассуждать логически. А как в других словах подобного типа мы ставим ударение? Ну, например, крановщик – ударение падает на суффикс «щик». Но прапорщик, курильщик – посмотрите, ударение падает не на суффикс, а на корень. Попытка выстроить какую-либо логику в данном случае не приведет нас к успеху. Надо просто выучить. Танцовщик, танцовщица – это правильный вариант. По-другому говорить неправильно. Если в мужском роде это танцор, значит в женском роде танцовщица. Согласна, много нюансов в нашем богатом русском языке, и именно поэтому он так красив. И для запоминания традиционные рифмованные строки. В театре есть танцовщица, а в цирке дрессировщица. Это была рубрика «Простые правила». Узнал сам, передай другому.